Всем привет, дорогие друзья! Давненько я не играл в какие-то симуляторы. А вот нам и подогнал Xbox симулятор фермера с мехами, блин. Это не лопата копать, думаю, будет намного интереснее. Lightner Frontier. Вот, поэтому да посмотрим что-то. Может, что-то интересное будет на мехах строить свою ферму и выращивать морковки. Это, конечно, такое, блин. Чудо интересное. Так, начать новую игру. Ну, как мир будет называться? Называться. Пусть будет Зерг. Мир Зерг. Будем выращивать собак. Много собак. Земля себя исчерпала. Вы из тех, кто отправились в звездный форпост, чтобы начать с чистого листа. Найти новый дом. Погнали. Это мы уже прилетели на новую землю, да, получается? Ну, спутничек тут. Да, она засекла. Еще я валю. А что это за десант такой? Интересно, исход событий. Так, ну мы вроде проснулись. Небо нормальное, дышать можем, ноги на месте. А где робот? Мы что, в роботе выпали? Алло. Робот. Ох, ни хрена себе у нас разница с роботом, блин. Ух ты. Странная живность. Так, секундочку. Так, тут лучше. Есть небольшое ощущение, что игра недооптимизирована трошки. Ну там еще написано, когда при установке, что это предварительная версия игры. Какие-то помехи. Ого. Что-то дает камень. Так, камень добывать. Бля, анимация стрёмненькая. Схватить. А, этим это таскать надо и кидаться, да? А большой можем? Большой не можем. Камень обнаружен, ресурс. Окей. А забрать мог как? Ты что, вот так таскать придется? К счастью, судя по биометрике, вы прекрасно себя чувствуете, да. Первым делом нужно собрать вашего робота. В смысле собрать? А что с ним? Вроде целый. Присоедините двигатель робота, присоедините руку робота. Ага. Это рука. Это... как у трактора. Точно его двигатель. Это трактор какой-то. Переворачивай. Е войти. Ну, входи в робота. Окей, мы вошли в робота. Как кран строительный. Так, рука работает, все работает. Отсутствует инструмент. И что дальше? Найти шланг для полива, найти семечки. Найти шипастую пилу, найти побег. Побега стрел, найти вакуумный сборщик. Так, надо водичку посмотреть. Не? Водичка вроде неплохо сделана. Прикольненько. А плавать мы умеем? Потом как-нибудь проверим. Окей, что это? Подобрать пылесос. Необходимо улучшение, неизвестный инструмент, куст. И тут я там могу собирать. Окей, хоть хотя бы пылесос есть. Использовать инструмент.
Those high-powered tools. Там не могу собирать. Там не могу. Так, это мне еще по всем этим желтым пробежаться надо, прежде чем что-то вообще начать строить. Серьезно. Ладно, хоть летать чуть-чуть можно. А, так, так, птеродактильчик, кто ты там, иди сюда. Мне надо тебя собрать. Покормить. Стандартный корм. У меня ни хрена нету. Так, ну поизучать территорию. Уже где-то есть место, которое светится. Можно что-то даже интересное найдем. Подобрать. Это пила. Надо добывать деревья. Ресурсы они сами собрались. Окей. На колесико менять вещи. Новое сооружение. Новое сооружение, новое сооружение. А, строить как? Вот дальше ПАМе. Хорошо. Справа Q, чтобы открыть меню выбора инструментов. А, можно быстро? Угу. Можно на колесико. Ну, дерево. В таких играх дерево нужно всегда. Что ты не собрал древесину? Во. Окей. Карта есть. Есть луга. Я так понял, что нам надо... А что оно так далеко? Ну, блин. Потом туда топать. Пылесос собирай. Семена, резиники, веточки собирают, не собираются, хорошо. А, на шифте мы очень быстро. А, мы и так без шифта быстро. Я думаю, это потом можно будет прокачать. Построить мастерская под навесом. Что у нас есть? Инструменты, украшения, ящик, палатка, забор. Хорошо, но только для этого надо еще найти хотя бы где это строить. Прям по центру поля. Начать строить и потом уже ходить все это собирать. Что у нас здесь? Нет снарядов. Ракетница? Well, ну, пока пылесос не надо. Пылесос. Синий красилек. Камень не собирается, не требуется. Синий красилек, наверное, красить можно будет в краску превращать. Ну, то такое. То на будущее нам может и пригодиться, то уже потом посмотрим, когда будем что-то достраивать. Вылазь из этих деревьев. Понял, это будем сажать, чтобы хавать. Цветочки не собираются. Так, ну давай попробуем палатку построить. Надо с чего-то начинать. Где-то в поле. Ну, конечно, тут у водопада красиво, у горы. Но вот надо все камни эти убрать. Лес. Потому что под тем зданием как-то... Можно возле озера. Под тем зданием, да, но... Но не надо. О, планета. Ого, у нее даже кольцо крутится. Неплохо. Еще водопад. Так, пойдем все найдем, короче, сейчас соберем. Мы уже будем заниматься строительством, наверное. Потому что сейчас будем тут отвлекаться туда-сюда, и неизвестно, что из этого получится. Поэтому, думаю, будет так получше сделать. Сдайте, я могу, алло. Ну, он дёру дал. Мы хотя бы проверили. Скорость или... Могу кормить их. А вот тоже место красивое, чё.
Так, что можно собираем? Думаю, пригодится. Что у нас здесь? Шланг для полива. А чем мы стреляем? Что это? Это что такое? А, семена. Серьезно, мы себе типа для посева залезь обратно. Так, ну транжирить семена для посева мы не будем. Так, нам наверх, да? Там последняя часть была, которую надо найти, это шланг для полива. Интересно, вот чувак летел на другую планету. С неизвестной формой жизни, скорее всего. И он такой, блин, возьму с собой, наверное, шланг для полива, короче, да? Не ракетницу, не пулемет, а вот пылесос и шланг для полива. Вот, блин, вот прям пригодится, вот 100% знаю, блин. Вот надо. Надо, вот именно шланг. Что это? Токсичная хрень. Где еще один этот? Не вижу. А, вон, вверху. Так, ну вверху, так вверху тут подъем, вот. Сейчас забираем, уже темнеет, надо будет строиться по чуть-чуть. А, кстати, наш персонаж не устает и есть не хочет. А, так он там и валялся посреди этой токсичной фигни. Шланг для полива. А, можно токсики смывать. А, это типа чистка территории идет. Нет снаряда. А где воду набирать? Набирать надо, серьезно. А, мы нырять не можем, да? Как ее набрать? А, мы же перелететь можем. Может тут аккуратненько спуститься? А, пылесос. Антоха, как ты не догадался? Нас на все нужен пылесос, поливалка. Так, мы почистим территорию, когда так дают возможность. Не знаю зачем, просто чтобы потом было безопаснее ходить. Нам вроде он показывает, как мы тут занимаемся благими делами. Грета Тунберг была бы нами довольна. Благое дело делаем. Ну уже дочистим, мы уже начали уже заниматься этим, надо это доделать. Где-то еще, да? А, ну тут дорога, чтобы туда пройти, я так понял, вот ее надо очищать. Хорошо, займемся этим потом. Пошлите что-нибудь построим. Собирается, собирается. Снаряды тоже собираются. Все, погнали. А, ну и по пути назад сейчас там тоже почистим, окей. Коли уже идем туда. Если попадется, конечно, на пути. Все, ничего нету. Все, пора хату развивать. А то мы тут что-то, блин, загулялись. Скоро роботе, наверное, бензин закончится. Так, где же построить-то? Тут и поляна, в принципе, хорошая. Там большое место, там можно будет потом расстраиваться хорошо. Ну, давайте-то тут, если начинать. Восстановить сосновые вершины. А, ну это ж надо их и чистить. Так, построить мастерская под навесом. А, так то был не этот.
Мастерская палатка. А чё он такая мелкая? Не, у нас мастерская будет в красивом месте, прямо где-нибудь тут. Растительные волокна, древесина. Построить сушильный шкаф. Всякие эти. А где у нас сушильный шкаф? Мастерская. А, фу, блин, не то построил, окей. Как тебя строить? Древесина 24. Я ж собирал древесину. Где пила наша? И не то выбрал. Подожди, а что из них пила? А где пила? А, это на одном оружии оно. Блин, она тыкалкой быстрее собирается. Причем намного быстрее тыкалкой собирается. Сколько у нас уже древесины? 12. Какие-то ракушки. Окей, ракушки потом. Пошли лес пилять. Центр тут будет, ну, расширяться. Построим свой маленький город. Его вот, ну, как раз отлично. Лиса, тут деревья останавливаются как в Пауворде? Или нет? Или это невозобновляемый ресурс здесь? Древесина, древесина. Ну, почему всегда страдают именно деревья? Вот, например, трава. Постройте там себе хату из травы. А то, блин, где персонаж, какие-то, где не появляются, сразу давай деревья рубать, деревья. О, можно. Ауе, отлично. Так, по идее хватает, да? А, добавить максимум. Добавить. А. Есть, на тебя хватает? Хватает. Построили. Построить массово пресс под навесом. Сушильный шкаф для корма. Сушильный шкаф для корма. Окей. Пусть будет где-то здесь. Масло-пресс. Пусть рядом будет сразу. Что вам надо? Древесина, камень. А где масло надыбать? А, из него же, наверное, и надыбать. Окей. А что у меня это? День второй. У меня сознание потерял, чешо, блин. Точно лучше работать. Да, да, лучше. Я тебе обычно игры с мехами по-другому представляю. Хотя бы деревья сажать можно, хоть это радует. Так, построили растительное масло. А где мы надыбаем растительное масло? Открыть. А что нахуй делается? Я из волокон, растительных волокон. Окей, пусть делается.
Маленькая грядка. Погнали маленькую грядку. Она типа привязывается. Есть маленькая грядка. Построить массово пресс под навес. И мне проще вам навес еще один построить. Где он тут был? Блин, опять дерево. Вот стартовые моменты в таких играх — это просто жесть. Вот ходи и пили, 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 пили. Ну, когда играть не в чего, просто позалипать. А что с тобой такое? А могу тебя вальнуть эту штуку, кстати? Бессмертный птиц. Ни хрена себе, такой балдой железной всадили, блин. Построил. Че ты его выплевываешь прям, алло. Хватает? А, камни, блин. Камня не хватает. Мы шахтеры. Это больше реально похож меха, блин, на шахтерский какой-то. Это типа моя палаточка такая маленькая, да? Тут можно меха и так спать. Присесть и вылезти из него. Так, что ты делаешь? Стандартный корм. Как долго ты делаться будешь? Да, у меня есть, да. Давайте покормить теперь эту птицу. Иди сюда. Она приручится. Стой. Не ссы. Да, иди сюда. Ленивый стержень. Покормил птицу. Я давал алюминиевый стержень. Так, а ну-ка сейчас палатку проверим, она когда... Так, лезь спать. Окей. А чё ты не заглох? Окей, спать. Сон. Поспим днем, не страшно. День третий. Не забудь сегодня полить растения. Серьезно? Очень интересный совет. Так, восстановить сосновые вершины. Построить масло. Пресс под навесом. Так он построен. Накормить животных. А мне надо больше этого. Чего больше не хватает, растительного масла не хватает, серьезно. Накормить животных, построить маленькая грядка. Депо улучшений. О. А где мне вас искать? А где мне металл вообще искать, в принципе? Он из камня не падает. Тац. Дайте пройти. Осколки же желода. А металл. Управление роботами напоминает Battletech еще, когда на Сеге был.
Очень прикольно было. Осколки живота. Что за животные? Вообще, так как бы дождь должен был смыть всю ту хрень, которая там вот эта токсичная. Ну-ка, пилюшки есть, ладно. Так, там должно было уже все приготовиться, надо корм сделать. Просят так просит, игра такого хочет. Ого, уже так, робот, блин. Волокна растительные, это жесть. Реально быстрее этим получается. Единственное, что это сразу по два дерева может убахать. Если по два, да, так быстрее. Еще попадать бы по второму. Было бы неплохо. Корм дай мне. Как мне говорит игра, скоро умрут все животные, их надо покормить. Ой, не, да, 4. И она уже типа сделана, да? Животное, иди сюда. Да не в... Ладно, так найду. Иди сюда. Сверок сыт. По его поведению не скажешь, что он сыт. Спасибо за камни. А в смысле построить под навесом? Она под навесом, блин. Восстановить сосновую рощу. Семечка мед. Выбрать снаряд. А, вот так меняется, окей. Так, надо как-то сажать кучно. В смысле останавливаться? У меня 5 семечек есть. А, я не могу близко стрелять, окей. Все, пускай растут. Это сделано. Маленькая грядка у меня построена, алё, блин. А, тьфу ты, бляха. Депо улучшений. Маленькая грядка. Grab some more light-footed approaches needed here. Да, теперь посажать, да, так понял, что не надо. Так, вот, да. Пунь. Все, растет. Теперь типа полить, да? Ну. Игровые условности, ладно. Полили. Пусть будут. Что это? Покормить. Накормлен выводков. Один из трех. Окей, восстановить
сосновые эти вершины. Это туда. Ну, пошли, окей. Я так понимаю, их очистить от токсика надо. Попробуем очистить, посмотрю, что даст. Для улучшений. Там, наверное, робота лучше, для улучшения. Что за дырка? Шипастая пила. Так, восстановить сосновые вершины. Это мы прямо сейчас здесь и находимся. Единственное, что тут бегать за водой постоянно, это, конечно, жесть. А, залежи алюминия. Они добываются. Вот, наверное, в депо улучшения надо лучше какие. До этого, может быть, дойдем сегодня. Так, а где еще? Где еще пятнышки фиолетовые? О, вот это все она. Ого! Это все сосновая роща. А мне дадут как-то еще пару мест, где добыть воду. Потому что так бегать вообще не хочется, фиг знает куда за водой. Ну, понятное дело, что это чисто ковырялочка, как слаймов собирать. А вон еще вода. И любой другой фермер, это ты просто берешь и ковыряешься тут. Хватило, отлично. Даже пылесос как у слаймов туда в игре. Так, тут у нас чисто. Чисто. Там мы сейчас северную часть, да, вычищаем. Чтобы не потеряться потом, где мы были, а где не были. Ну, что там? Пошли сейчас посмотрим, что там. Дадут такую возможность? Это у нас... А, ну, зона все равно закрыта еще. Так, ну, вход какой-то есть. Это непонятно что. Интересная штука, да? Это древнее сооружение, для чего предназначено, непонятно. Да ну блин, здание какое-то, стена. Что это? Требуется шипастая пила. Шипастая пила, ну. Артефакт. Какая удивительная находка. Ты что? Это не добывается, окей. О! Мы нашли секретик. Красный краситель. Но собирать мы это можем только роботом. И что дают мне эти артефакты? What a curious object. Так, запомни, что здесь красный краситель. В будущем гляди и пригодится. Давай обратно в робота за вас. А мы там не пробежим, наверное, на роботе, да? Точнее, не пролезем. Так, а какое-то соперничество тут будет? Может, какие-то агрессивные мобы хотя бы? Или агрессивная флора? Темно уже. Яйца какие-то. Кусты.
все туда к роботу кинем. Собрано. Собрано, блин. Так, где я тут еще одно видео такой внычки? Вот. Так, давайте сейчас дочистим тогда сосновую рощу. Вот, построим для улучшения депо. Посмотрим, что мы вообще можем будем улучшать. И на это, наверное, будет первую серию, может быть, заканчивать. Посмотрим, если будет интересно. То, может быть, к этому вернемся. Так, ну, вот. Хорошо, вода сразу рядом под рукой. Это не может не радовать. То есть, если бы мне сказали бегать туда, аж на главную площадку, но это же это была бы жесть просто. Все, мы собрали. Не, ну тут они на самом деле очень слишком много этой фигни добавили. Ну вот ходить вот тут 20 минут чистить эту хрень. Где еще? А, так она вообще такая маленькая зона. Серьезно. Ну что, кашу просто вроде на северной части были. Где рассмотрю? На южной. Так, окей. Где еще? Видишь, мне надо вот до единой искать, чтобы ее очистить. Это же просто жесть. Могу, кстати, как-то измениться визуально. Шо? А, все, 100%. Очистили. Построить депо улучшения, погнали. Где наша хата? Наша хата. Робот, ты... Как может такая махина упираться в такое маленькое деревце? Оно его снесло просто на ровном месте, да и все. Ночь. Вот не чувствуется то, что робот. Ну вот идет. Бум. Блин, такое ощущение, что это какая-то жестянка, я не знаю. Из ведер. А, там та же тоже придется очищать, да? Окей. Где получше. Камень, алюминиевый стержень, алюминиевая рама. Круто, а где залежи алюминия? Добывалось пилой, окей, я помню, где это было. Но пилой оно почему-то не добывало. Точнее, написано, что нужна пила. То есть вот это хрень. Может, там где-то не увидел хпшки ихние. Вот дырка с залежами алюминия. Залежи алюминия. И... Это камень. Нам камень не нужен. Залежи алюминия. Может, надо... Человеком добывать, точнее. Нет. Так, трактор на ножках. Давай. Как добывать этот залежи алюминия? Камень, куст. Камень. Камень. Еще залежи алюминия. А, у этого, кстати, вот теперь ХП тратится. Интересно, тут какой-то был на глюк.
Очень интересно, что алюминий добывается пилой, а не этим перфоратором. Кусочек алюминия. А, я камень бил, я понял. Охренеть. Удар шипами, удар выбросить. Выбрать инструмент. Нет, нужна шипастая пила. Вот, есть. Удар шипами. Или тут должен быть какой-то камешек алюминия прям. Я попробую его типа найти, да? Это камни. У меня типа алюминий не отрезался, чё шо? Или как это понимать? Хм. И как мне теперь все строить? Я опять потерял сознание. Регион восстановлен. Сосновая вершина. А, вот. Теперь появился алюминий. Еще какие-то камешки появились. Это куда-то проход нужно открыть, да? А, он, наверное, откроется через несколько дней. Да, доброе утро. Я не вижу... А, вон алюминий появился, отлично. Только почему здесь изначально его не было? Ну, как бы, я ж его даже не добывал. Это мне надо было 4 дня куковать, чтобы добыть алюминий, серьезно. Собирай давай. В смысле, у робота еще перегрузка есть. Инвентарь. Что это? Вес. Что у нас много весит? Алюминий много весит, то понятно. Камень нахрен весь, половину выкинул. My scanners weren't lying. There really is someone out here in this corner of the frontier. The name's Dolores, but my friends call me Lola. And I'm your friendly neighborhood merchant. I'll add that dock of yours to my trading route. Catch me there if you need anything. А где эти красные камешки? Перегрузка, окей. Ага, мы не можем шифтить. И летать не можем, когда перегрузка. Ну, хорошо. Да отстань, так дотопаю. Бензин вроде не тратится. Блин, ну на роботе перегрузку еще делать. Можно было побольшему дать возможности. Конечно, это, наверное, потом улучшится, но сам факт. Это же жесть. Но зачем робота дали мне? Алюминиевая рама, где ее делать? Плавильни? Сушилка для корма. Нехрен под ногами шастать, блин. Площадка для торговцев. Мастерская под навесом. Ящик для хранения. Ну, давай построим. Теперь с тобой. Можно все сразу вот. Вот можно. Все нахрен туда. А как получить алюминиевую рамку? Алюминиевая рамка. Маленькая палатка.
Дощечка, указатель, белевая веревка. Угу, угу. Давай костер построим. Пусть будет. Вот. Дальше. Сборочное устройство. А, ну вот это ж хрень, наверное, и будет собирать нам эту. Да, алюминиевая рамка. 5. Ты нас сразу 5 штук сделала. А теперь не хватает алюминиевых стержней и камня. Все, иди ищи. Ладно, давайте достроим, посмотрим, что эта штука дает. И можно будет заканчивать. Как раз уже 46 минут. Вот, 46 минут, почти час. Слишком долго делать видео тоже. Быстро надоедает смотреть. Всегда такие монотонные игры. Где еще алюминий, может быть? Надо 4 стержня. Тут нету. Там я добыл. Здесь вода. Еще 4 алюминия. Ой, только не хотите, что мне надо будет опять 5 суток ждать, чтобы появился алюминий. Ну, сделал я один лишний этот рамку. И что теперь? Я должен все до миллиметра подсчитывать. Я только начал играть, блин. И мне сразу же в рамки выгоняют, что я должен следить за каждым мелким ресурсом. Ладно, что это? Ладно, на каком-то другом уже участке игры. Не в самом же начале меня напрягать. Новый рецепт, кислый корм. Все даже еду не себе добываю, да? А, вот, кстати, новые эти камешки. Посмотрим, что это. Это залетит, да. Вытереть! Залетел. Здесь это можно улучшать? Ты что такое? Стеблехвост. Жаба. Жаба с стебелечком на хвосте. Так, отсюда тоже не запрыгну. Слева можно зайти. Как всегда, нужный вариант в самом конце. Ну, классика. Да заходи ты же. Жабу мог бы раздавить. Так, тут покормить можно, да? А мне нет с собой ничего. Это жаб кормить. Красный кристалл, необходимо улучшение шипастая пила. Ну да, на той штуке мы будем улучшать. Окей, запомнили, это место было примерно тут. И пойдем искать алюминий. Нам нужен алюминий. Это вход. Вот как-то даже вот, вроде такое строение, вроде, ну ты же понимаешь, что в такой игре там прям гиперинтересно, но ничего такого не будет, чтобы могло тебя прям вдохновлять играть много, чтобы посмотреть, что там. Алюминий мне дайте. Это вот игра прям для любителей, вот такой ковырялочки. Ходишь себе, что-то там ковыряешь, что-то себе выращиваешь, собираешь. Но челленджа даже никакого нету. Вот если так посмотреть, ну, никто не нападает. Я даже не видел никакой мухи, чтоб там меня кусало. Это вот чересчур монотонно. Скажем так, подпивасная игра. Хотя, ну, хотя может в дальнейшем, конечно, появится какой-то хоть враг, кто будет приходить там и рушить. Хотя у робота, кроме пылы, блин, вот этого сомнительного предмета, больше ничего и нету, что можно использовать как оружие. Так, но алюминий там не восстановился, это по-любому.
Вот тоже бац и все. И что мне теперь делать без алюминия? Где он там был? Я даже не помню, это место было. Не там точно. Да, вот тут сзади. ХП робота тоже не наблюдаю. Дайте мне маленькую дырочку с алюминием. Мне нужно всего лишь 4 штучки. 4. Так. Жесть, что за робот? Что переступить уже не может. Потому что разработчик скажет, а мы добавим вам ПВП. Будете прыгать, тыкать себе этой фигней. Кто победил, заберет семена другого игрока побежденного. Да, нету все алюминия. Но если мир хотя бы ресается, можно там попробовать пойти поспать. Может, тогда нам дадут алюминий, ну, как бы восстановятся ресы. Давай попробуем быренько, потому что вот тут тоже их нету. Ну там их изначально, в принципе, не было, но хотя бы они близко, и можно будет быстренько, близко проверить, побегать. Сюда. Спать. Быстро спать. Сон. Кого спугнули? Rise and shine, ExoFarmer. Don't forget to water your crops today. Otherwise, it'll be a bit tough for them to grow. Окей, залезли. Ну, тут, тут он не восстанавливался, вот, в принципе, не было. Это пещера, кстати, как-то. Ну, там до сих пор так и нету. Построить эту хрень без 4 штучек, блин, мы не можем. А, это не пещера. Да. И вы мне предлагаете сейчас вот спать раз 5, пока не появится ресурс, серьезно. Бух. Это что было? Я в полете спотыкнулся. Я в полете спотыкнулся об камень, серьезно. Вставай. Блин. Сука, робот. Как так? Нету алюминия. Серьезно предлагает 5 раз спать. Опа, ух, неужели? Фу, блин. Все, пошли строить. Строить. Это да вы уже не то что не поворотливый, он малопроходимый. Вроде ж ноги нормальные, бери, переступай уже. Вроде продвинутая цивилизация, продвинутые технологии. У нас потыкается об камень. Могу об дерево спотыкнуться, например. Вот так долететь так. Да. О, приляж кусты. Давай, катись, катись. У меня будешь это. О. На аватарку пойдет. Давай, катись, катись. Трактор, блин. Че, ножки пожалуйста.
Жесть. Залазь. Что мы еще можем спотыкаться? Об свой дом можем спотыкаться? Можем потом гусеницы можно будет сделать. А, тебя, алло. Залезь обратно. Камня не хватает. Да что ты... Сколько его теперь? Должно хватать, по идее. Ну давай еще добудем по пути. Добыл. Все, должно хватить. Как он спотыкается, конечно. В смысле, а где мои алюминиевые рамки? Я же их 5 штук делал. Ну, 5 штук. Стой. А, доступно 5, то все отлично. О. Взаимодействовать. Правая рука. Схватить. Обратно прицепи. Как ее прицепить обратно, блин? Земледелие, сбор... А, о, проходимость, неужели? Режим создания дорожек. Мощная реактивная ускоритель. О, сколько всего дохрена надо. Модификация робота. Так, мы левую руку оторвали, давай ее сделаем. В мире. Где она еще может быть? Руку прицепи обратно. О, нахрен разберем. Все, вот весь робот. Все. На этой ноте мы будем заканчивать. А вы подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Дальше больше. Baby, I snatch souls. It'd be murder, she wrote. 1, 2, 3, let's go.